Партнеры проекта – школа скорочтения IQ007, языковой клуб раннего развития Sweet School, ресторан Big Chef, психолог Абдрахманова Альбина, академия вокала Million Voices, языковой центр iSpeak, детская игровая площадка Just Kids.
Сейчас вот этот мистер Сосиска, правильно? Нет, нет. А вот здесь миссис Полосатик. Нет, этот мистер Полосатик. Нет, тоже неправильно. Хорошо, давайте по-другому. Давайте еще раз. Давайте. 3, 4, громко. Ой, я чувствую, мне плохой крипер в ухо залез, по-моему. Ой, нет. Хорошо, давайте по-другому. Давайте сейчас все возьмем за ручки. И будем пускать волну вот такую вот. И будем каждый говорить, как зовут, хорошо? Давай, начнем вот с тебя. Давай, я пускаю волну такую. Давай. Как тебя зовут? Да, как тебя зовут? Дилара, молодец, давайте похлопнем же Диларе, молодец, клево, давай, хорошо. Давай дальше пускаю такую волну. София, давайте похлопнем Софии, молодец. Кстати, я со всеми познакомился, все меня знают. Ну и готовы отправить себе в наш волшебный мир Майнкрафта? Да! Тогда сейчас все по очереди залезаем в нашу трубу телепортации, которая нас приведет в настоящий мир Майнкрафта. Давайте по очереди. По одному залезаем. Так, молодец. Мне нужны два капитана. Давай, вот ты. Так, ну что, хорошо. Так, мы все встречали. Молодцы, белка, лапа, хорошо, молодцы. Рамка и ваша команда. Ваша задача – найти маленький листочек с нарисованным настоящим мечом. Пистолет! Какой пистолет? Там нет. Пистолет вообще не бывает. Ну, друзья, скажите, пожалуйста, а вы кушать любите? Еда! Да, правильно. Вы любите еду, правильно? Да. Все любят кушать, да? Вот, правильно. Сейчас наша задача будет добыть настоящую еду. Так, 3, 2, 1, поехали. Так, аккуратненько. Так, нет, давай. Болим.
Так, сейчас я ее открою, всем покажу. 4 и 5. Наша задача сейчас попасть криперу в голову. Попробовать нельзя. Так, меня не кидайся, пожалуйста, хорошо? А то я взорвусь тоже. Так, ну что ж, слушай внимательно, какая команда будет первой? Я! Так, ну молодец, ну что ж, давайте похлопаем нашим командам. Молодцы, 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 браво. Я вам даю схему, каждой команде даю по схеме. Да! Не слышу, готово? Ну тогда через 3, 2, 1, поехали, поехали, быстрее, вперед, вперед, вперед. Здравствуйте, ребята! Вчера выпало столько снега, что можно лепить снеговиков. Я думаю, каждый хочет нарисовать веселого, доброго снеговика. А можно злого и черного. На злого и черного понадобится много краски. Его надо будет покрасить, ведро краски принести, да? Из дома, да? Ты так будешь делать, когда будешь снеговика лепить? И раскрашивать его акриловыми красками, да? Или синькой. Следующий шар у нас средний. Туловище. Девочки, что-то вы не можете поделить. И второй шарик, третий шар, это голова, да? Пуговички круглые, да? Уголечки. Морковка. Какого цвета морковь? Оранжевый. Классический оранжевый цвет, характерный для моркови. У нас вот здесь вот повторяем, вот это вот у нас линия, мы ее повторяем только уже в этой вот, в этом месте, в этой зоне. Делаем объем наших шариков. Снежные шары, да? Вот тут тоже мы делаем объем. Арт-уроки от члена Творческого союза художников Екатерины Прожейко. Мы сегодня слепили и нарисовали великолепных снеговиков. Посмотрите, какие интересные формы, интересные образы, да? Придумала София и даже назвала. Как ты назвала своего снеговика? Своего снеговика Изабелла. Великолепный снеговик. И, наверное, ты скоро пойдешь лепить с родителями, когда опять выпадет снег, такого настоящего снеговика, да? Да. Камила, великолепно. Я сегодня назвала своего снеговика Анна Петровна. Анна Петровна. Потому что она учитель. Снеговик-учитель. Да. Очень оригинальное решение. Моего снеговика зовут Делберт Роберт. Из какой страны? Из Америки. Он родился в Америке в 2015 году, в декабре, в городе Сант-Андре-де-Кюбзак. И сейчас ему очень хорошо, потому что сейчас зима и очень холодно. И он получил гражданство российское, да? Да, и еще он сейчас учится в хорошей школе, в 31-м лицее, и у него учительница Анна Петровна. Ну, просто великолепная история. Так, сегодня я ставлю звездочки Камиле за великолепный рисунок, очень оригинальное имя. И с моей любимой Софии тоже звездочки. Вы звезды экрана. Молодцы художники. Партнеры проекта. Школа скорочтения IQ007. Языковой клуб раннего развития Sweet School. Ресторан Big Chef. Психолог Абдрахманова Альбина. Академия вокала Million Voices. Языковой центр iSpeak. Детская игровая площадка Just Kids.